Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу, как скачать Cheat Splash. Для этого переходим в описание любого видеоролика. Ну, естественно, не любого, которого вы сейчас, естественно, смотрите. Вот, открываем описание. А здесь есть две ссылки на Cheat и Script. Скачиваются они одинаково. То есть, разницы нету. То есть, сейчас я вам покажу только, как скачать Cheat. А скрипт скачивается точно так же. Значит, переходим по этой ссылке. Ждем 5 секунд. Нажимаем на кнопочку «Перейти». Здесь еще раз 5 секунд ждем. Еще раз нажимаем «Перейти». Так. А там, короче, были условия. Их нужно было выполнить. То есть, это подписаться на канал, поставить лайк на видеоролик и написать комментарий, и вступить в мой Discord сервер. Вот, эти условия у меня уже были сделаны. Также, у кого они были сделаны, вас тоже сразу перекинет на этот сайт. У кого они не сделаны, их выполняете, и после этого нажимаете там на зеленую кнопочку и переходите на этот сайт. Далее, что нужно сделать? Нажимаем на кнопочку «Скачать бесплатно». После этого выбираем «Через браузер». И нажимаем на кнопочку «Скачать файл». Все отлично. Скачивается файл. Открываем его. А также возможно то, что у вас его Chrome заблокирует. Для этого что нам нужно сделать? Это зайти в загрузки. И здесь будет кнопочка. Не помню, как она называется. Вы ее нажимаете, то есть разрешаете. И после этого у вас он скачивается. Также советую перед открытием чита отключить антивирус. У меня только один антивирус. Вот я его отключил. После этого нажимаем кнопку «Показать в папке». Открываем RAR файл. И после этого переносим папку с читом на рабочий стол. Все отлично, это можно все закрыть, чтобы оно не мешалось. И открываем папку с читом. Далее, после этого, открываем чит, нажимаем «Да», ждем, пока он загрузится. Все, вот он появился, отлично. И смотрите, здесь есть две кнопочки «Логин» и «Регистр». А если вы первый раз используете этот чит, вам, естественно, нужно нажать на кнопочку «Регистр». Если у вас уже есть аккаунт, вы нажимаете на кнопочку «Логин». А, либо же по-другому, ну сейчас посмотрим. Короче, смотрите. Нажимаем на кнопочку «Регистр», открывается сайт. А, сразу скажу то, что я уже залогинен. А, если у вас еще нет аккаунта, вас попросят зарегистрироваться. Вот, регистрация проходит через Google аккаунт. Можете, в принципе, другой Google аккаунт создать, не использовать свой основной. А, вот, чтобы уже точно не переживать ни за что. Ну, в принципе, и так ничего не случится. Вот, вы, получается, регистрируетесь. Выбираете Google аккаунт, все. И после этого у вас должно появиться вот такое окошко. И здесь вот написано ключ ваш. Вы его копируете, вставляете сюда и нажимаете на кнопочку логин. Так, все отлично. У меня получилось залогиниться. Так, что нам нужно дальше после этого делать? Естественно, заходим на сайт Роблокса. Давайте посмотрим, какой у меня скрипт есть. Тут есть два скрипта у меня только. Давайте, в принципе, вот этот возьмем. Все, это можно все закрыть. Далее. Открываем, получается, этот режим, для которого предназначен скрипт. Ждем, пока загрузится. Так, сразу звук отключаем, если у вас он будет включен, и делаем качество на максимум, если у вас компьютер позволяет это сделать. Так, после этого вставляем сюда скрипт, нажимаем кнопочку Inject, ждем, пока заинжектимся, и как видите, у меня не получается заинжектиться. А если у вас также не получается заинжектиться, как у меня, заходим в настройки и здесь выбираем какую-то версию из двух. Я вот выберу версию 2.0, включаем ее
И после этого еще раз пробуем нажать на кнопочку Inject. Здесь получается ждем, пока все проверится, либо же скачается. Так, и как видите, иногда может вылететь такая ошибка. Вы ее просто на крестик закрываете и нажимаете еще раз Inject. Это просто там проблема с DLL. То есть это проблема не самого чита, а проблема DLL. Раньше такого не было, это вот сейчас в последнее время эта проблема появилась. Ну, в принципе, ничего страшного. Так, и после этого нажимаем на кнопочку Execute. Все, вот он появился, наш скрипт, отлично. И после этого можете спокойно использовать, играть и так далее. Как видите, автоклик здесь работает. Также давайте проверим открытие яйца. Так, места у меня есть для питомцев, отлично. Допустим, выберем вот это яйцо, найдем здесь его. Вот, оно называется 5M Egg. Выбираем, заходим в питомцев и смотрим, будет работать или нет. Да, как видите, открытие пошло и открывается очень быстро. Также есть кнопочка Auto EQ Best. Давайте нажмем. Тоже функция работает. Также функция есть Auto Collect Reward. Давайте проверим. Ну, как видите, у меня не сработало, возможно, она у вас тоже работать не будет. Но, в принципе, вы просто можете подбежать к сундуку и собрать его сами. Также здесь можно делать автоматические реберсты. Значит, находим, где у нас здесь находятся реберсты. И давайте попробуем сделать 75 реберстов. Посмотрим, получится или нет. Пишем 75 и включаем. Так, ну вроде бы как не получилось. Окей, давайте тогда попробуем один реверс сделать. Тоже не получается, но эта функция работает через раз, в принципе. Можете просто через эту панельку делать сами реверс, и все, в принципе, будет все шикарно. Также есть телепорт. Выбираем, допустим, любой остров и тпхаемся. Как видите, работает. И здесь есть также умножение. Каждый остров дает определенное умножение. Как видите, оно сменилось сейчас, то что я тпхнулся на другой остров. Ну, в принципе, все. Здесь больше по скриптам особо ничего нету. Буду на этом заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Эйсбан. Всем удачи и пока.